Настоящий одуванчиковый мед. Это невероятно. Как настоящий цветочный мед. Вот просто как обычный жидкий мед. Смотрите, какую поляну с одуванчиками нам удалось найти. Посмотрите, какую поляну нам с одуванчиками. Смотрите, мы берем полностью раскрывшиеся цветочки. И вот так вот срываем. Не забываем считать, нам нужно 400 одуванчиков. Если какая-то букашечка, просто сметаем ее. Вот такие не подходят. Они еще, видите, не раскрылась серединка. Нам нужны полностью с раскрытой серединкой. Вот такая. Вот они наши 400 цветочков. И какие же дальнейшие действия? Берем мисочку, берем ножницы. И чтобы не вымачивать наши цветочки 24 часа, чтобы ушла горечь из вот этих вот плодоножек, мы берем цветочек и вот срезаем самую, так сказать, ценную часть. И плодоножечку мы убираем. Я обычно в это время что-то смотрю, включаю какую-то передачу, фильм, сериал, неважно. И как раз провожу время с пользой. 399. 400, ура! Смотрите, сколько лепесточков у нас получилось. Ушло у меня примерно 25-30 минут. Берем кастрюльку. Желательно брать кастрюльку побольше, чтобы все эти лепесточки туда поместились. И, кстати, если вдруг всплывет какая-то живность, не переживайте, просто уберите ложечкой. И сюда я заливаю 1 литр воды. У меня обычная фильтрованная вода. И ставим на огонь, доводим до кипения, а затем уменьшаем огонь на самый-самый-самый минимум, чтобы оно как томилось, и оставляем минут на 20-30. И еще один нюанс, когда варенье уже закипело, добавляем 1 чайную ложку лимонной кислоты, чтобы сохранить красивый желтый насыщенный цвет. Наши лепесточки активно покипели. Что делаем дальше? Нам нужна любая емкость, мне удобнее будет делать это в сковороде. Берем сито, марлю, что у вас есть, то и берите. И процеживаем. Хорошенько вот так отжимаем лепесточки. И сюда же в наш отвар мы добавляем 1,2 кг сахара. Тут у меня такие есть глыбы. Что мы делаем? Ставим на огонь наш будущий мед и постоянно помешиваем, пока сахар не растворится, чтобы он не пригорел ко дну. И далее пусть немножко прокипит, минут 10-15. Но чем дольше вы увариваете, тем гуще мед у вас получится. Смотрите, сколько меда сегодня пчелка насобирала. Значит, у меня получилось 2 стерилизованные баночки. И еще отдельно хотелось и попробовать, и вам показать. Я отлила вот такую небольшую баночку. То есть мед из одуванчиков получается как настоящий жидкий мед.